Не, видите, рисовал оленя, и он смотрел в другую сторону. Это другой знак. А это кто? Олень ставится в лесу, а это пчел. Он не хоровый переходит. А, это случайно не знаете, гимнастика есть, короче. Понятно, что здесь много еще маленький кирпич нарисуй. Понятно, что ты узнал. А, я бы ее забыл послать. На что дарить-то? Он дорогой сорвать оттуда не могу. Так, вы хотите рисовать? А можно идти? Я знаю, как давай. Барик круто, где квадрат. Она передвигается между лианами, деревом, рук и кости. То есть, соответственно, все части человека, которые стоят сверху, они вращаются. Потому что еще можно было решать на свадьбе, до первого собирается. После Нового года нельзя. Поэтому если 20, по двору, то 20. И кто знает, как выглядит еще жилая зона. То есть части они не перепрыгивают, то есть он сначала шагает, потом постель перекладывает, шагает, и потом начинает уже вращать одну часть и перехватываться так через какие-то препятствия и дальше шагать. Вот узлы, они выглядят вот так, у нас все в строении было снимало вот это все. То есть вот, условно говоря, канат. Это стандартный технологический узел, который присутствует на линиях электропередач и тому подобное. Это все типовое именно то, что используется реально. И вот это устройство, оно проходит вот такие узлы и делает, может делать в том числе повороты. Ну, вот, в общем-то, жумары у нас здесь стоят из шипов, но можно менять на резиновый материал для того, чтобы не деформировать линейку передачу. Способ движения фекалин. Сами жумары – это французский механизм, который здесь сидит в основе. Мы его полностью переработали, разгрузили его. То есть было полностью подобное решение. Все узлы были разработаны в 3D-программе и высчитывались для того, чтобы оптимально шагать с оптимальной скоростью. В итоге, после 2,5 месяцев работы,
мы получили того, что здесь рисуют, стреляют, монтируют, здесь учат еще и дизайн мышления. Именно каким образом решать вот эти все сложные задачи, проблемы, которые вокруг нас существуют. Ну, естественно, они изучают здесь и различные графические ребята, монтируют, много конкурсов у них. Буквально через меньше, чем через месяц они поедут в Альметьевск. А финал Всероссийской Олимпиады по 3D-моделированию. От нас ездили три команды. У нас было ребята ориентации, три наших команды. И они сейчас для того, чтобы потом у меня в ВУЗе было чуть-чуть попроще и полегче, чтобы они быстрее получали нужные результаты. Если нужно групповое фото, у нас есть вот по фотозоне, можно туда пойти и сделать групповое командами. Я так полагаю, что мы готовы, не очень хотели бы поработать вместе, и мы как педагоги сделали бы все, чтобы ваши проекты приняли какой-то новый импульс, и какие-то сложности, которые бывают, чтобы они вместе решились. И тут много есть моментов, когда наше взаимодействие таким образом, значит, дети получат дополнительный опыт и порешают сложные задачи, а у вас будет, на мой взгляд, опыт руководства вот такими проектными командами, выступить в качестве экспертов и тому подобное. Ну, дополню еще, у вас появится решение каких-то психологических задач. Да, если есть какая-то проблема в стандарте, если есть проблема в артефактах, какие проекты по концам, у нас мы не показали, да, было наши мастерские, хай-тек, мы пройдем обратно путем, заглянем туда, То есть у нас, мы можем печь на 3D принтере брички, грубо говоря, да, под ваши запросы мы готовы
подобрать оборудование. У нас есть и материально-техническая база, и разгадка. И сама их Тольятти, если это невозможность. У нас креативные мастера, у нас креативные инженеры. Поможем и с моделями, и с реализацией, и так далее. Поэтому вот, наверное, продолжу, если позволите, да, перевожу. Да, это у нас. Значит, вот каков для нас, наверное, был бы вкусный результат? Вы как студенты, может быть, у вас есть необходимость прохождения производственной практики у себя в вузе. Я понимаю, что, наверное, легче сделать, я буду грубое слово применять, профанацию. Да? Но где-то договориться, поставили галочку, поставили там подпись в ваших дневниках прохождения практики. Ну и все, а сами там в кино, на дискотеку и забыли. Галочку поставлю, диплом, вот он уже недалеко. Хорошо было бы превратить вот это скучное и, может быть, на первый взгляд, ненужное мероприятие действительно в какое-то полезное, с перспективой, может быть, на вашу там, какую-то часть жизни в будущем. То есть, если бы вы пришли наставниками в команды детей и под руководством, ну или при поддержке нашей ресурсной базы, в том числе при поддержке наших педагогов, методистов, администраторов, вот оформили, пусть это даже ваша идея будет, может быть, совместная какая-то идея, но привели к какой-то истории успеха, да, чтобы и вы, и дети, которые, ну, буквально на шаг от вас отстояли, да, выходя, грубо говоря, на улице Тольятти, проходя по улице, в хорошем пейзаже, или где-то попадая в какие-то ситуации, говорили, о, а вот к этому там приложил я руку, о, а здесь моя там фамилия вписана, вот, в историю этого успеха. Было бы здорово, чтобы то, о чем мы даже сегодня здесь и сейчас говорим на сессии навигатора и новатора, да, превратилось в реальный результат. Вот это было бы, ну, наверное, супер. Я не знаю, об этом там мечтают или не мечтают организаторы этой сессии. А, когда мы были на нулевом дне, да, но, насколько я поняла, в большей степени это учебная ситуация, хорошо было бы. Но вот сейчас возможно это сделать с критической массой. То есть, например, здесь сидят там 3-4 команды или представители 3-4 команд, да, треть от участников. И если вот это вот выстрелит, то уже на выходе в пятницу завтра будет, ну, грубо говоря, там пожимание рук с инвесторами или там с детьми, с проектными командами, или там запрос от вас в кванториум, что да, мы готовы продолжать, но вот это вот, наверное, было бы для нас хорошим результатом. И мы готовы не заканчивать нашу историю взаимоотношений завтра, а продолжать еще и какое-то время дальше. И технопарк это тоже поддерживает. Конечно, мы должны идти сюда. То есть смотрите, какая вот длинная история может быть выстроена. Поэтому, может быть, мы передадим вам слово, да, и какие-то вопросы вы передаете там в рамках или просто своих проектов, может быть, с точки зрения организации, может быть, общие вопросы, может быть, просто любопытство и что-то там хотелось бы узнать. Да. Да, легко. Да. Легко просто. Да. Значит, давайте вот через. Квантум у нас здесь, родился робототехника. Естественно, как бы у нас нет никакого отбора, мы приглашаем всех желающих, кому-то интересно. Начинают с самого простого, там, дальше сложнее. Кто-то там делает игры, кто-то учится программированию контроллеров. И вот уже говорили, у нас теперь вот два класса Яндекс.Лицея, там, конечно, все посложнее. Но, тем не менее, ничего невозможного нет. И у детей здесь тоже хорошие результаты, мы их потом проводим, и другие различные мероприятия. Ну, в общем, вот. Саня, мы зайдем? Так, здесь аудитория для обучения работе, ну, 3D-моделирования, в общем. Большие машины, серьезные, и работают. И здесь как раз обучают 3D-моделирование. Ну, два человека, потому что каникулы, если там у нас организованная школа приехала, то есть здесь приехали те школьники, которые на каникулах, а им дома не сидится, да? Они приехали. Ну, это как бы время школьное, но школа каникулы. Кто-то сидит дома, кто-то приехал. Здесь, ну, можно, да, про
пойти посмотреть, что они делают. Здесь учат предэнергизировать. И везде нужны люди, которые умеют работать на рамках сервиса. Да ладно, это же нормально. Это лучше. Да уж, это же у нас всегда так. Вот, ладно, хуже. Конце коридора. Вот. Могу рассказать, вот, непонятный картон стоит, да, то есть была экскурсия, ну, было задание от федерального тьютера на организации экскурсии в Евпатории, там, и выложен маршрут, и условия были даны, что, например, есть 8 планшетов, 8 смартфонов и 8 VR-очков. И новая форма экскурсии такова, что экскурсионная группа ходит и смотрит какие-то исторические моменты, да, через VR. На планшетах они могут посмотреть маршрут, посмотреть геометки, информацию. Ну, то есть такой интерактивный формат. И вот с чего начинают дети тестировать, например, да, с данных. Я они прошу прощения, Мария Сергеевна, прям одна секундочка, и мы сначала вот прототипы макеты оборудования, да, то есть это планшеты, это смартфоны, и надо было задание сложить это все компактно, сделать такую мелкую систему хранения для оборудования, очков, шнуров и зарядных устройств. То есть вот у нас такой момент они сделали, ну, то есть вариант, да, когда вот планшет раскладывается. Пойдемте спустимся, наверное, в хай-тек, покажем вам мастерскую. Здесь вкусно пахнет жженым деревом. Надо же как-то маскировать запахи. Достаточно для того, чтобы реализовать те задачи, которые перед нами стоят. Ну, а все, что мы не можем делать здесь у себя, у нас есть хорошие отношения с президентами Жигулевской долины, да, и все остальное можно делать с их помощью. И в этом, наверное, самый большой плюс того, что мы находимся здесь. Не потому, что мы пользуемся всем тем, что есть, но и резиденты пользуются тем, что есть у нас, потому что зачастую дети готовы предложить такое решение, которое взрослые не могут предложить там, в силу там, различных обстоятельств. Разрядная машина есть? Да, да. Мы, наша задача, мы знаем, дети нет ничего невозможного. Возможно все. Вот все, что хотите, то и возможно. И как все и начинается. Разрядная машина есть? Это надо к резидентам. Я думаю, что есть, потому что много испытательных стендов. И вот в инженерном центре. Да, там есть. Да. Я точно знаю, есть. Мы недавно с ними встречались, обсуждали их возможности. Они говорили про свое оборудование. Вот, в инженерном центре есть в том числе. И, как я понял, они будут заниматься новым корпусом, да, сейчас. Нет, ну, насколько мне сказали, я не испытательный центр на ней. И когда приезжал полпред, мы как раз ходили, смотрели, как испытывали какие-то узлы, элементы для автомобилей, как дальше делали. Ну, тут много, очень много серьезных предприятий, они вот, короче, знаете, они имели в виду, они вот не афишируют особо там свою деятельность, но когда к ним придешь, начинаешь там с ними разговаривать, думаешь, ё-моё, у нас тут в городе что творится вообще? Вот, а все говорят, что плохо, надо валить. А люди спокойно работают, и все. И у них нет времени на то, чтобы вот в соцсетях сидеть и обсуждать. Ну да. Что, ребят, на этом, наверное, мы вас отпустим немножечко вдохнуть, там песня есть, да?
Да, добираемся до 4-го этажа и продолжаем работать. Спасибо.